Российская поисковая система Яндекс обновила индекс самоизоляции в российских городах. Жители московского региона по-прежнему остаются в числе наиболее дисциплинированных. Одинцово находится в зеленой зоне по уровню самоизоляции. Это показывает высокий уровень сознательности наших жителей, считает глава муниципалитета Андрей Иванов. Помимо Одинцова, высокие позиции в индексе самоизоляции заняли подмосковные города Балашиха, Химки, Железнодорожный, Пушкино, Щелково и некоторые другие.